Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Вадимом Колесніченком. Вітаю вас, пане Вадиме. Здравствуйте. Пане Вадиме, незважаючи ні на що, вже другий тиждень сьогодні опозиція блокує парламентську трибуну, президію Верховної Ради України. Розуміє сьогодні в партії регіонів, що не відступлять сьогодні їхні опоненти політичні? От чего не отступят? От уголовного преступления? Ну тогда преступники должны нести наказание в соответствии с уголовным кодексом. Эти граждане, которые носят мандаты депутатов, сегодня совершают уголовное преступление. Они препятствуют государственному служащему, народному депутату в отправлении им своих обязанностей. Это раз. Второе. Это наносит материальный ущерб, который уже рассчитать можно конкретными деньгами. Это два. Третье, эти граждане нарушают закон о регламенте Верховного Совета, где указано, что блокирование трибуны, препятствование работе депутатов запрещается. Поэтому спектакль представителей серпентария под названием «Оппозиция», я думаю, должен дойти до логического завершения. Если так будет дальше, то я, в принципе, считаю, что мы можем инициировать перед прокуратурой вопрос о возбуждении уголовных дел. Ну и о дальнейшем привлечении к ответственности инициаторов, зачинщиков и организаторов публичного, циничного нарушения Уголовного кодекса Украины и регламента о работе Верховного Совета. Вже є якісь орієнтовні прізвища людей, які відстежуються, хто там в сесійній залі? А зачем відстежувати? Камера показує, хто мішає працювати. Почнеться сесія, почнемо рахувати. По-моему, все очевидно. Это дармоеды, которые за народные деньги непонятно чем занимаются. Там вареники едят, водку пьют. Что они там делают, кого они там к себе приводят ночью, я не знаю. Это не моя проблема. Это проблема жен, там, мужей. Ну что, спектакль под названием «Блокирование». Пока не было нормы регламента, запрещающей блокирование. В 2006-2007 году как бы были у нас там и стычки, столкновения. Так вот, у партии регионов никогда не хватало ума, чтобы толкать в драку женщин, представителей партии регионов, либо, упаси Господи, чтобы наши женщины, представители партии регионов, депутаты Верховного Совета Украины, чтобы они в каком-то столкновении принимали участие, либо где-то там где-то дежурили. Это дело было мужское. А сегодня, я смотрю, тут уже смешались кучу коней, люди. Это говорит о том, что действительно ни мысли, ни логики, ни понимания того, зачем эти люди вообще в парламенте. Пане Вадиме, от я неодноразово від представників партії регіонів чув думку про те, що занадто дорого обходиться отримання парламенту, і тим більше, якщо Верховна Рада не працює. В чому складність? Напишіть заяву і відмовтеся від тих грошей, які в вигляді зарплати. Уже написали. Написали, так? Да, фракція партії регіонів перечислила за бездельничання, благодаря тим, хто називається опозицією, по дитячим домам. Фракція направила в три регіони – юг, север, восток. 157 депутатов, остальные мажоритарщики по своим детским домам. Ну, где кто мажоритарщики, какой смысл, работая в округе, направлять деньги в детские дома, скажем, другого региона? Ну, логики нет. Нещодавно буквально прочитав тези, думки одного із політологів, таких провідних політологів України. Він переконує, що немає проблеми в парламенті. От є конституція, виконуйте. В чому суть? Сенсорна клавіша, чи розпорядження голови, чи вставание, седание депутатов. Да вообще непонятно, о чем разговор ведет. Тунеядцы не хотят работать, потому что любое решение должен принимать Верховный Совет, который работает. А спектакль под названием «Вы нам что-то напишите» – это является понуждением председателя Верховного Совета к отправлению незаконных действий. Есть вопросы, парламент работает, выносите, регистрируйте. В соответствии с законом о регламенте, если уже это такие правдолюбы. Комитеты рассматривают в течение 30 дней, Верховный Совет рассматривает, голосуют либо не голосуют. Что касается сенсорной кнопки, я еще раз говорю, никому не удастся заставить Верховный Совет покрыть уголовное преступление, которое, возможно, совершил господин Яценюк. Нецелевое использование бюджетных средств. Почему мы об этом забываем? Не надо играть. А чем мы только зараз гадаем? Так мы, об этом всегда говорили, об этом было сказано в 2008 году. Это стало причиной увольнения господина Яценюка с должности спикера. А сегодня парламент пытается сделать дураками, пытается нас узаконить незаконные действия Яценюка. Эта сенсорная кнопка – это просто спектакль. Все равно она не обеспечивает единоличное голосование. Это тоже уже доказано неоднократно. Даже при этой системе можно голосовать за два, за три пульта.
Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Яценюк рассматривает себя как возможный кандидат на пост кандидата в президенты. Ему не хотелось бы, чтобы в отношении его было уголовное дело. Поэтому сейчас дурака валяют под видом борьбы за некую справедливость. Я еще раз говорю, мы не будем за это голосовать. И я однозначно не буду голосовать. Я не хочу своей рукой прикривати уголовне преступлення. Насправді найбільш активний депутат, який говорив про те, що були чи вкрадені, чи нецільово використовані кошти на систему Рада 3, Владислав Лук'ян, він казав, що звернеться до Рахункової палати, потім до Генеральної прокуратури України, а потім вже буде парламент вирішувати, як діяти далі. Оскільки ви представляєте одну і ту саму політичну силу, на якій стадії зараз це звернення? Поки працює Рахункова палата, що кожен депутат він самостійно своїх прийняттів рішень. Ну, можливо, у вас там єдине, да ні, ну що ж, колективно не хватало, щоб фракція обсуждала вопроси какого-то Яценюка. Ну, увольте мене. А знаєш, що около полумільйона гривень використано нецільове на установку цієї системи. А більше того, гроші були зрасходені на ремонти кабінетів господина Яценюка і його оточення, що не було передбачено бюджетною розписью. Так що здесь вопрос бюджетного правонарушения 2008 года. Так что здесь вот народ держит опять, как всегда, в качестве, ну не хотелось, конечно, кого-то оскорблять, ну в качестве серой массы, которой можно навязать на уши все, что угодно. Вот это, что делают сегодня те, кто сегодня блокирует трибуны. Вадим Васильевич, переконують всі депутати і голова Верховної Ради України, 19 лютого обов'язково парламент запрацює. Не буде він працювати, судя по тому, що... Ну, розумієте, в чому проблема? Часть депутатів прийшла в парламент працювати, а часть, вони, знаєте, як із лісів повибігали, ну, знаєте, як от непугані юні особи. Вони навіть не знають, що потрібно робити в парламенті. Ви посмотрите навіть по перечню законопроєктів. От них же законопроєктів-то не поступає. Ведь что представляет из себя оппозиция в любой цивилизованной стране? Надеюсь, что Украина все же цивилизованная страна. Они предлагают альтернативные законопроекты. А парламент служит для того, чтобы демонстрировать свою точку зрения и говорить об этом. Но ничего другого они не смогли сделать, как просто нарушить уголовный кодекс и препятствовать работе Конституционного органа Верховного Совета Украины. А законопроектов об экономической реформе, законопроектов по поводу исполнения тех же рекомендаций Евросоюза, куда все представители оппозиции якобы стремятся. Они же этого не делают. Є дуже цікавий законопроект. Я думаю, що ви його обов'язково прокоментуєте. Представники «Свободи» сьогодні виступають проти скасування автономії Криму. Для вас, як людини... Проти скасування чи за скасування? За скасування автономії Криму. Ну, ви знаєте, ну, чим би хотіли... Ви, як обиралися депутат в Криму... Ну, я був член робочої групи по написанню Конституції Криму. Поэтому, ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Глупость под названием законопроекта о ликвидации автономии Крыма, ну, ну, есть люди нездоровые. Вы знаете, в Англии принято решение о создании специального подразделения оказания медицинской и психологической помощи парламентариям Великобритании. Я думаю, нам, наверное, тоже нужно будет создать такой орган, особенно для тех, кто блокирует и ночами даже не понимает, что уже делать. Наверное, они уже потеряли ориентиры не только где день, где ночь, а кто они и что они представляют. Вы серьезно зараз? Конечно. Но потому что бред под названием такого законопроекта может носить человек, который даже Конституцию не читал. Вопрос лишения автономии Крыма – это вопрос конституционного референдума, а не решения парламента. Зрозуміло. Вадим Васильович, от наскільки нам пояснював Володимир Литвин тут в студії, то не може бути відбуватися засідання парламенту в іншій будівлі за рішенням Конституційного суду, в іншому приміщенні. Тобто все одно варіантів провести засідання, окрім пленарної, окрім сесійної зали, на сьогодні не існує. Тобто, ну, імеється, імеється і другі способи. І мікрофон, провести... коли призначали Лутковську по залу. Перевели. Вам примір, що провести парламентське засідання ми можемо. Но нам нет необходимости напрягаться, чтобы показать дурь и глупость людей, которые мешают работе конституционного органа. Зачем нам давать им возможность покинуть эту трибуну? Вот как ума хватило залезть туда, вот так пусть ума хватает оттуда уйти. Потому что мы же ведем социологию, а население не понимает. Население нам дало мандаты для чего? Чтобы мы работали в интересах украинского народа. Сегодня целый пакет законопроектов, касающихся индексации заработной платы, вопрос доступного жилья,
вопрос медицинской помощи, вопрос облегчения налогообложения по школьным учреждениям и детским учреждениям, вопрос пенсионный – это все то, что сегодня необходимо решать. И пересмотр бюджета на этот квартал, чтобы со второго квартала уже мы работали в пересмотренном режиме. Но мы этого ничего не можем сделать, потому что кому-то захотелось залезть на трибуну и вышиванку на себе так показать, что вот им кто-то его порвет. Никто их оттуда выпихивать не собирается, хотя проблем в этой части абсолютно нет. То, якби была потреба, можно было попросить так? Нет смысла это делать. Ведь чем дальше они сидят, тем больше понимает население Украины глупость тех, кто сегодня называет себя оппозицией. На руку ли это власти? Да, нам это на руку. Нам даже ничего не надо делать, потому что, как говорил в свое время Петр I, говорить не по писанному, дабы дурь каждого была видна. Вот все это ничего не делание, оно оценивается населением очень понятно и очень очевидно. Чи може в подальшому через 30 днів оцінити населення у вигляді голосування на виборах позачергових до парламенту? Ну, вы знаете, я не думаю, что дойдет вопрос до внеочередных выборов. Сегодня никто этого не хочет. Да вы знаете, вот те деятели, которые заявляют, мы пойдем на очередные выборы, представители оппозиции. А вот посмотрите, пожалуйста, по этажам, даже в этом здании, где оппозиция провела дорогостоящие ремонты своих кабинетов. Почему-то все с удовольствием показали ремонты 2-3 кабинета представителей большинства. Ну да, это есть такое дело, люди сделали за свой счет. А на кабинеты оппозиции не показывают. У меня вопрос возникает. Люди потратили такие колоссальные деньги. Представители меньшинства. А кто эти люди? Это наши представители парламента, которых избирал народ, чтобы они боролись с привилегиями, с властью. Они же никогда не пойдут на внеочередные выборы, потому что на внеочередных выборах они получат гораздо меньше голосов. Они потратились на кабинеты и не хотят идти на выборы, бо конечно, не потраплять снова до своих кабинетов. Но то, что они не попадут однозначно, потому что ну, становится все более и более понятно, что у них за плечами это ничего нету. Им нечего дать нашему народу, им нечего предложить украинскому государству. Они не могут даже увидеть перспективу развития украинского сообщества. И не борьба только за свое личное место. Борьба за себя любимых. Они мешают работе парламента, они мешают работать над улучшением благосостояния нашего населения и для разработки социального пакета законопроектов, который лежит, которые не могут работать в комитетах, которые не могут быть рассмотрены в парламенте, которые нужно принимать сегодня. Потому что ситуация-то осложняется, а кабинет министров не может увеличивать выплаты либо что-либо в социальном пакете сделать без принятия закона. А эти законы мы должны принимать, и мы, конечно, примем. У нас на законе, на завершении нашей разговора, Штефан Фюле, еврокомиссар, який нещодавно приїздив в Україну, звертав увагу на виборчі законодавство. Треба виборчий кодекс. Після того, після цих подій, після розмов про перевибори заговорили ваші колеги і Олійник, і інші депутати про перевибори виключно за мажоритарними округами. Да, я більше всього склоняюсь к этому. Почему? Потому что депутат, которого избрали в округе, он несет ответственность перед избирателем своего округа, его беспокоят экономические и социальные проблемы своей территории. А списочнику ему вообще-то все равно, что там происходит и как. У него есть лидер партии, лидер фракции, вот куда сказали. Поводырь туда идет. Да, конечно. Я сегодня вижу реально, ну, как бы, достаточная степень свободы появляется и в отстаивании своей точки зрения, и своей мысли. Поэтому, если бы сейчас в парламенте были не мажоритарщики, то я вас уверяю, этого бы спектакля глупого бы никто и не видел. Потому что все прекрасно понимают, желание лидера фракции – это одно, а работа с округом, работа с избирателями и работа в интересах людей – совершенно другое. Дуже коротко. Дорого працювати в окрузі чи обиратися в окрузі? Всі говорять про... Ну, я не знаю, наскільки дорого, як би, весь бюджет, кожен отчитався перед Центризбірком, це було публічно. А мені своїх денег не прийшлося вкладати, тому що мені нічого було предлагати, покупати голоса. Моя задача була побувати в кожному окрузі, в кожному дворі. І ось це було дуже тяжело, звісно, було. Графік дуже жорсткий, потрібно було дуже багато зустрічатися з людьми, дуже багато говорити. Ну, великої проблеми не було, тому що останні 6 років я постійно працював у себе в Севастополі, так що мені не потрібно було себе презентувати якось по-новому. Дякую вам, пане Вадиме, і бажаю, щоб цей зв'язок з виборцями він не втратився в подальшому. Глядачам нагадую, що це була думка Вадима Колісніченка, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.